Эта территория, по виду обычный пустырь, на самом деле место воплощения долгосрочной экономической идеи. Совсем скоро здесь появятся новые производственные корпуса индустриального парка. Запрос инвесторов на подобные готовые помещения для бизнеса возрос. Реализуемый проект как раз и рассчитан на удовлетворение данного спроса. Создается индустриальный парк на территории ОЭЗ. И в рамках этого проекта мы будем строить готовые производственные помещения, которые наши резиденты смогут арендовать на длительный срок и разместить здесь свое производство. А это значит создать рабочие места, платить налоги и развивать новые технологии. Новая производственная база не потребует строительства сопутствующей инфраструктуры. Все инженерные сети уже готовы. Строительство связано с совершенно конкретным инвестиционным проектом, в котором уже готовы принять участие иностранные компании. Инициатива создать индустриальный парк на территории ОЭЗ принадлежит правительству Самарской области. И мы благодарны губернатору, который поддержал эту идею, потому что ассигнование на строительство этих производственных корпусов выделяется из регионального бюджета. Все многочисленные параметры зданий и прочие тонкости детально обговорены с потенциальными резидентами. На сегодняшний день ими готовы стать две крупных компании. Они готовы арендовать помещения общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. Структурно новый индустриальный парк будет интегрирован в особую экономическую зону. Владислав Жирнов, Тимур Набиев, Новости губернии.